Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – авторская субъективность и реальный автор в литературном произведении. Мы рассмотрим этапы отношения к понятию «автор» в литературной теории, уясним проблемы, связанные с переосмыслением отношения теоретиков к этому понятию, определим бытование понятия «авторская субъективность» и реальный автор в новейшей русской теории литературы. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Двойственная природа отношения к автору на ранних этапах развития литературы. Второй. Качественно новые подходы к автору в классических теориях художественного творчества. Третий. Концепция автора в советской литературной теории. Четвертое. Исследование проблемы авторской субъективности в литературной теории в конце 20-го, начале 21-го века. Двойственная природа автора. Понятие авторская субъективность входит в теорию художественного творчества, которая изучена достаточно полно. Время вносит в нее свои коррективы. Автор обладает двойственной природой. Конкретный человек, реальное лицо, со своей судьбой, биографией, характером. Автор создает художественный текст, проявляется свою субъективность в его организации. Авторская субъективность присутствует в художественном тексте. Именно автор создает концепцию произведения, он выбирает художественные средства, авторское намерение явно прослеживается в заглавии произведения. Однако концепция автора и отношение к нему менялись в зависимости от отношения к теории художественного творчества. Особенно часто встречается расхождение в понимании авторской субъективности и образа автора. Виновник, учредитель, податель, мнение. Существует традиционное определение понятия автор. В переводе с латинского «auctor» – сочинитель, создатель литературного произведения как целого. Кроме этих определений, существуют и другие переводы этого понятия. Виновник, учредитель, основатель, податель мнения. Эти понятия отражают отношение к автору, произведению, читателю. Автор – исторически подвижная категория. В архаике категория «автор» не была обязательной, анонимность считалась нормой. Позднее реальный или условный автор считался авторитетом. Эти слова этимологически были близки. Почитаемое имя прикреплялось к чтимому тексту – притче Соломоновой. Уже в античную эпоху существовала традиция наделения произведения обобщенным образом личности. Творец материализовался, персонифицировался. Автор, учитель, ученик. Латинская «персона» переводилась как «личность». В русской литературе с давних времен личности, лику, придавалось большое значение. Поучение Владимира Мономаха детям. Уважение к автору и тексту проявлялось в системе жанров – сказание, поучение, проповедь. Представление о личном авторитете творца – было связано с древней традицией обучения, сформировалось на почве взаимоотношения между учителем и учеником.
качественно новый подход к автору произошел в эпоху Возрождения. Подчеркивалась индивидуальная манера самовыражения. Однако сохранялось нормативное определение художественного творчества. Автор соотносился со своими предшественниками, искусство которых нужно было превзойти. Автор субъектом творчества стал только в эпоху романтизма. Категория «автор» в каждой национальной литературе и теории имеет свои стереотипы. В одно и то же понятие вносится разное понимание, которое соответствует специфике развития национального литературного прогресса. Так, Виктор Владимирович Виноградов, на авторскую концепцию которого и в настоящее время опирается русская школа теории литературы, отмечал, что в сказе проявляется форма литературного артистизма автора, в нем сказатель – актер. Этапы отношения к категории автор. Можно выделить несколько этапов отношения к авторству. Первый. Автор и исполнитель. Сказатель, исполнитель былин, дум в древнерусской литературе. Второй. Концепция гения в романтизме. Он уподобляется творцу, богу произведения. Третий. Имманентный автор. Образ автора – рассказчик, повествователь, который требует читательской и исследовательской реконструкции, то есть вычленения автора из текста. Такой подход к проблеме авторства характерен для конца XIX – начала XX века. Определение авторства усложняется тем, что эта категория является не только эстетической, но моральной и юридической. Автор и проблема гуманизма. Чтобы понять принцип изменчивости литературоведческой категории, автор необходимо сопоставить бытование этого понятия в истории русской философии, которая разрабатывала проблему субъекта, индивида. Концепция автора и отношение к ней непосредственно связана с отношением общества к проблеме гуманизма. Особенно высокий статус гуманизм имел в эпоху Просвещения XVIII века. Гуманизм того времени утверждал свободу и права личности. Это время становления русского государства, в котором автор был строителем и учителем, обладал незыблемым авторитетом. Авторское «я» в русской литературе XVIII века. Значение термина «произведение» означало «производное от автора». Многие авторы того времени имели энциклопедические знания, в своих произведениях возвеличивали мощь государства, поднимали престиж страны – Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков, Карамзин. Христианские ценности изначально были заложены в истории русской литературной мысли, оставались неизменными даже в рационалистический XVIII век. Поэтому в русской литературе автора называли творцом, а произведение воспринималось как окно в мир. Авторское «я» – осознание своей национальной принадлежности наиболее интенсивно начинает формироваться в России в XVIII веке. Друг Евгения Онегина. В начале XIX века в литературной теории и критике большее внимание уделялось не произведению, а автору. Личность автора зачастую отождествлялась с героем. Запутывали дело и сами авторы, вступали в игру с читателем, вводили свой образ в канву произведения. Пушкин называл себя другом Евгения Онегина, обращался к Татьяне Лариной на «ты», хотя в романе «Евгений Онегин» не было указания на их знакомство. Делал в тексте преднамеренные грамматические ошибки. Литературоведы позднее Борис Милах, Юрий Лотман исследовали эту проблему. В ней указывали на явную путаницу между понятиями «автор» и «образ автора», носителя авторской концепции как художественного целого и образом автора
который относится к персонажу произведения. Разговор об авторе. Виссарион Григорьевич Белинский, Николай Гаврилович Чернышевский при анализе литературного произведения переходили на разговор об авторе, его эстетической позиции. Теоретики литературы спорили о том, как определять периодизацию литературы. Пушкинский период, гоголевский. Трудность такой периодизации заключалась в том, что в одно и то же время творили гениальные писатели и поэты, снискавшие славу русской классической литературе. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Николай Гаврилович Чернышевский писал: «Мы знаем, как могла бы Россия обойтись без Гоголя. Поэт и беллетрист незаменимы у нас никем. Кто, кроме поэта, говорил России о том, что слышала она от Пушкина? Кто, кроме романиста, говорил России о том, что слышала она от Гоголя?» Романтический гений. В романтизме было принято отождествлять автора и героя. Независимость произведения от автора была относительной. Теория гения возвышала автора, который не только изображал действительность, согласно своему представлению о ней, но и ставил задачи искусства, был пророком. Романтизм провозгласил абсолютную суверенность автора, однако эта концепция не была единой, сохраняла двойственность отношения к природе авторства. В романтизме впервые была определена проблема безавторского начала в мифе, фольклоре и архаических видах искусства. В известных мифах и легендах обращались авторы романтики. Подобная двойственность способствовала тому, что романтики стремились материализоваться в творчестве – Лермонтов, Пушкин, Байрон. Подобная игра с читателем зачастую воплощалась в самоиронии и указывала на контраст между автором и человеком. Учителя жизни. Личность автора для критика Иннокентия Федоровича Анинского была связана с выражением народного духа. Учителями жизни проповедниками называли Толстого, Достоевского. Русские писатели XIX века – Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Чехов и другие – влияли на умы своих современников, были выразителями своей эпохи. В то время проблема теоретического определения автора еще более усложнилась. Повествование от лица многопланового «я» разрабатывал Федор Достоевский, создав новую форму полифонического романа. XIX век русской литературы назывался веком литературоцентризма. Эти уровни повествования романов Достоевского активно начали исследовать западноевропейская литературная теория, которая в начале XX века разрабатывала теории авторской субъективности, авторского начала на всех уровнях художественной организации произведения. Природа автора на рубеже XIX-XX веков. Русская история XX века связана с многочисленными войнами и революциями. Сотни миллионов жизней унесены войнами и концлагерями. Качественно меняется отношение к автору как к субъекту творчества. Конец XIX – начало XX века – еще более усложнило понятие личностного начала в творчестве. Отрицание существующей реальности приобретает гипертрофированный характер в эпоху многочисленных декадантских течений. Автор противопоставляет себя обществу, отказывается от литературных штампов и приемов, создавая иллюзорный мир. Двойственная природа авторства проявилась и в этот период. Автор-медиум и глашатай нового мира, безличный созерцатель происходящего. Владимир Маяковский. Самоутверждение. Пролетарская литературная теория начинает выстраивать новую концепцию авторства,
которая подчинялась строгой нормативности. Автор становится частью коллективного содружества. Советский автор является выразителем творческого «мы». В это время проявились и попытки ломки этой системы, попытки самоутверждения индивидуального авторства. Они проявились, например, в принципиальном желании Владимира Маяковского опубликовать поэму «150 миллионов» без указания автора. В 30-х годах 20 века обозначаются новые подходы к анализу произведения литературы. Гуманизм середины 20 века подвергся резкой критике. На фоне экономического кризиса происходит переоценка культуры, литературы. Меняется и отношение к проблеме авторства. Автор перестает быть учителем жизни. Автор – выразитель советского «мы». Положение с теоретическим определением категории автора усугубилось в период войны 1941-1945 годов. Провозглашенная Иосифом Виссарионовичем Сталиным «общность советский народ» определила нормативный подход к понятию «советский автор». Выразитель социалистического «мы» – бытописатель успехов социалистического строительства. Не автор, а текст. На Западе теоретики литературы стали исследовать не произведение, а текст, не авторскую субъективность, а повествовательные уровни в тексте. В этом отношении приоритет был за лингвистическими теориями. С середины 20 века начинают формироваться новые, не связанные с традицией 19 века, версии гуманизма. Следовательно, и новое отношение к проблеме автора. В целом ряде современных западных теорий сегодня в гуманитарном анализе первое место уделяется не автору, а тексту. Такое отношение к автору можно объяснить невозможностью возврата к прошлому как образцу, отсутствию узнаваемости, что послужило поиском новых форм и способов самовыражения. В 20 веке менялось не только отношение к автору, но и само понятие. Авторская субъективность как понятие. В литературной теории сегодня употребляется термин «авторская субъективность». В понятии этого термина с конца 90-х годов 20 века произошло переосмысление значения «субъективность». Авторская субъективность наиболее полно отражает грани понятия, однако не является общепринятым термином для литературоведов. Субъективность – философская категория, которая традиционно имела совершенно другое значение. Под понятием «субъект» мыслилась личность, которая вступала в контакт с миром. В традиционном смысле под этим понятием понималась человеческая субъективность, которая считалась неполноценной, была символом ненадежности, ограниченности творческого опыта, противопоставленного обществу. В 70-х годах 20 века в литературной теории стала активно исследоваться творческая индивидуальность писателя. Над проблемой авторства работали Виноградов, Гуковский. Они доказывали, что образ автора не имеет примет личности. Теоретики высказывали интересные мысли о точке видения в тексте, горизонте ожидания, в произведении, то есть разрабатывали по мере возможности понятия, которые уже существовали в структурализме и теориях текста на Западе, но могли быть достоянием советской литературной теории. Дмитрий Сергеевич Лихачев исследовал проблемы преднамеренности и непреднамеренности в авторстве, которые характерны русской культурной традиции. Автор литературы нового сознания. Только с конца 20 века, после освобождения художественной теории творчества от общей советской методологии, появилась возможность переосмысления понятия философской категории
субъективность. Формируется убеждение, что нельзя строить общество, прибегая только к стандартизации, не учитывать индивидуальный творческий опыт писателя. В современном литературном процессе активно участвуют авторы, которые отмечены индивидуальными творческими позициями, не принадлежат к конкретным школам и направлениям. Начинают создаваться произведения, которые ломают привычные понятия жанров и требуют нового подхода к месту автора в этой новой литературе. Сорокин создает произведение под названием «Роман», в котором пытается показать языковые клише, живущие самостоятельной жизнью, независимо от картины, изображения и самого автора. Поэтому термин «авторская субъективность» в новейшей литературной теории стал пониматься во всем его многогранном объеме, сохраняя и всю полноту противоречий. Теоретические грани авторства. Этот термин, определяющий грани авторства, получил характеристику в словаре литературоведческих терминов под редакцией известных литературоведов Льва Ивановича Тимофеева и Сергея Васильевича Тураева. Тимофеев уже в 50-е годы работал над проблемами методологии литературной теории. Тураев, литературовед-германист, ввел в это издание термины и понятия немецкой и вообще западноевропейской теоретической мысли. В то время сам выход подобного издания был большим событием. В период брежневского застоя, идеологических запретов, ученые включили в словарь важнейшие понятия и важнейшие наработки советского и европейского славяноведения. В словаре дается характеристика творческой индивидуальности писателя. Авторы словаря использовали в нем научные исследования национальных литератур. Несомненно, была сделана скидка на советскую методологию, согласно которой советские авторы раскрывают небывалые возможности для выражения творческой индивидуальности, а авторское «мы» советского писателя не мешает проявлению его творческой индивидуальности. Переосмысление понятия «творческая индивидуальность писателя». И все же отношение к понятию «индивидуальность» в то время было значительным прорывом в системе литературоведческих понятий. Вот так представлена в этом издании характеристика Ивана Сергеевича Тургенева, творчество которого было хорошо известно на Западе, особенно немецким читателям и критикам. Мировоззрение писателя нельзя понимать только в политическом или философском аспекте. Сказать о Тургеневе только то, что он либерал по своему мировоззрению, значит сказать далеко не все. У Тургенева свой идеал человеческой личности, и этот идеал неимоверно возвышает его над либерализмом. Кризис авторской субъективности исторически связан с отношением к проблеме гуманизма не только в русской, но и мировой истории. Теория автора Бориса Тюпы. В 70-е годы 20 века Борис Осипович Корман во время активной работы теоретиков литературы в области методологии разработал теорию автора, которая позднее была продолжена его учениками. В своей работе решал проблему авторской субъективности в свете конкретных методологических задач советской литературной теории. Корман выделил три основных подхода к понятию «автор». Первый. Автор – реально существующий человек, субъект творчества. Второй. Автор – носитель концепции произведения. Третий. Автор – повествователь, рассказчик. Такого рода многозначность термина сохраняется и сегодня. Проблема авторской субъективности творческого субъекта в литературе изучалась русскими филологами в разных областях – лингвистике, литературе,
стилистике, литературной теории, структурализме, языковой и литературной семиотике. Этот вопрос исследовали Шмидт, Борман, Бахтин, Лотман, Тюпа. Между этими школами и направлениями не было единства, поэтому спорны понятия авторская субъективность. Творческий субъект остается и сегодня. Удаление автора – исторический факт. 21 век отмечен резким спадом научного интереса к проблеме авторства. Исторически изменчивыми категориями являются такие понятия, как автор, рассказчик, повествователь. Каждый из этих терминов требует дополнения и корректировки, так как не отвечает концепции автор во всем объеме. Семиолог Михаил Бахтин объясняет этот терминологический разнобой природой авторской субъективности, ее внежизненной активностью. В своей работе «Смерть автора» Бахтин утверждает, удаление автора – это не просто исторический факт или эффект письма. Им до основания преображается весь современный текст. Ныне текст создается и читается таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется. Для тех, кто верит в автора, он всегда в прошлом по отношению к его книге. В литературной теории в 21 веке отношение к авторской субъективности остается сложным и противоречивым. Терминологический разнобой лишь усугубляет это положение. В 21 веке в новейшей литературной теории проблема авторства становится центральной. Автор или нарратор? В литературную теорию сегодня стали входить западноевропейские теории авторской субъективности, которые также носили разобщенный характер. Наиболее последовательной в этом отношении была нарратология, теория повествования, которая широко исследует типы речи. Главной отличительной чертой понятия автор считается его вторичность по отношению ко всем видам повествовательным инстанциям. Нарраторы доказывают несовпадение автора, персонажа, нарратора. Принципиальным признаком нарратологии является несовпадение персонажа и автора, нарратора. Наиболее тщательно проблема авторской субъективности исследовалась в нарратологии, а также и рецептивных теориях текста. В этих направлениях исследовались реальный и абстрактный автор, нарратор, повествователь, идеальный и конкретный читатель, образ читателя в литературном произведении. Автор превратился в нарратора. В новейшей литературной теории в России нарративные теории и художественная практика только с конца XX века стали предметом научного интереса. В определении терминов и понятий западных исследователей также много расхождений. Так, например, различаются уровни личного повествования и безличного. Французская школа нарратива приходит к выводу, что безличного повествования не может быть. Им противоречат швейцарские нарратологии, которые разрабатывают проблему нулевой степени повествования. К таким текстам относят классические романы Хемингуэя и Джеймса, в котором повествование дается от третьего лица. Методологические проблемы изучения авторской субъективности. Эти теории стали входить в литературную теорию с конца XX – начале XXI века. Они требуют регламентированного подхода, учета специфики русской литературы, освобождения от советской методологической системы. Так что проблема авторской субъективности в новейшей литературной теории – приобретает новое качество. Конец 20-го, начало 21 века отмечен кризисом искусства, изменением отношения к автору, когда основное внимание в литературной теории уделяется читателю, воспринимающему начало, анализируется не литературное произведение, а текст.
Такое отношение к авторству не было случайным. Оно связано с теми общественно-политическими процессами, которые происходили в России на всем протяжении ее истории. В 2000 году выпущен энциклопедический справочник терминов и понятий, в который вошли труды стран Западной Европы, США, русского зарубежья. В словарной статье, посвященной автору, указаны труды русских теоретиков литературы Корман, Бахтин, Аверинцев, которые относятся к 70-90 годам XX века. В этом разделе отсутствуют указания на многочисленные западные нарративные теории, теории рецепции читателя, хотя многие из этих вопросов сегодня исследуются русскими теоретиками. Нарративные уровни текста исследуют Тюпа, категорию лирического субъекта, Бройтман и так далее. Пока не введены многочисленные западные теории авторской субъективности. Подобное положение можно объяснить терминологической неопределенностью, которая сохраняется и в настоящее время, а также и тем обстоятельствам, что художественная практика опережает литературную теорию. Русская теория литературы не спешит вводить в свой терминологический аппарат многочисленные западноевропейские понятия авторской субъективности, разрабатывает собственные версии этого понятия, уточняя западные теории и их бытование в русском литературном контексте. Это длительный и трудоемкий процесс. Итак, мы с вами изучили тему «Авторская субъективность и реальный автор в литературном произведении». Уяснили причины существования терминологического разнобоя в определении термина. Ознакомились с методологическими проблемами дальнейшего изучения понятия.